Так, короче, пацаны, это неожиданное начало ролика, наверное. У меня иконок нету. У меня тоже. Мы что, не тут подъезд зашли или что? В это давай. А вот, да. Короче, все, мне подарили дом на 10 мест. Жди тут. На 9, ладно. Шучу. Короче, в чем прикол? Как видите, у меня 30 миллионов на руках, типа, с какого... Типа, ты же только что, бля, купил номера недавно на 60 миллионов, у тебя там оставалось 1,5 лимона. Да, ребята, да. Короче, продавал я дом на Рублевке, никак не могу его слить, который на 8 мест, который 45 миллионов, гос, за 55, отдам для подписчиков за 50. Вот, сливал я этот дом, мне его никто не купил. И Комета подумал, что я вот... Короче, Комета напросился, и... Мне... Я... И, короче, я хотел... Тоже думал продать тачку. Блять, я просто буду пиздеть мне на заднем фоне, окей? Короче, я думал продать, что такое продать, что продать. И думаю, блин, надо продать какой-то дом и Рублевку, думаю. Потом мне Комета написал, типа, а квартиру не продаешь? Не уже помню, как это было, но вроде так. Я говорю... Ну, возможно, и типа, говорю, сколько он меня спрашивает, сколько, он меня спрашивает, сколько типа хочешь. Я говорю, ну типа 29, что такое, он говорит такой, не, что-то до 28 или до 27 торговались, я не помню, что. Короче, сегодня он пишет, давай за 30 заберу, я такой, ну блять, ну ладно, и чё. И я ему продал хату за 30 миллионов, и... Пиздец, да? От души. Вот. Я ему продал хату за 30 миллионов. У меня, собственно, минус 8 мест было. Минус 8, и я такой... а как же я куплю тачку? Как же я буду записывать видос? А потом такой думаю... Бля, надо в Кометы опять дом попросить купить тачку с БУ и все ее дать. И вот, в принципе, все, что вы видели на заднем фоне, это так и было. Кто там сигналил, блядь, на заднем фоне? Короче, газуем на заправку, зараз будем заправлять нашу ласточку. И мы продолжим. Итак, пацаны, мы подъехали к заправке. Давайте для начала заправим... блядь, вот это опасно было. Только что внесена заправка. Интересно, там бак еще у нас работает. Кто смотрел серию про новый бак на смотрам, да, там ссылочка в описании будет, как мы купили и затюнили BMW M5E60. Вот. Не, заправляется вроде. Пацана я спрашивал в Голливуд, нет, не в Голливуд, а в Ауфа, вот, в Ауфа. У него и 46 не заправлялось. Короче, купил я тачку такую актуальную, что пиздец, можно сказать. И... Хотел купить еще, наверное, в году в прошлом, позапрошлом, когда ее добавили. Вот, но видно, не судьба. Да, хотел спеть, но не буду, ладно. Бак у нас 75 литров. Ну, для универсала, в принципе, пойдет. Чё? Короче, я не знаю, какой мы цвет будем красить. Не знаю. Ну, просто я хочу RS6. Все. Потому что я уверен, скоро заберут. Поменяет, возможно, на новое поколение. Но это не точно. Всегда хотел ее испытать. За сколько я ее купил? За 12700 с БУ, да? Она в автосалоне стоит 15 или 16, пацаны. Сейчас поедем, посмотрим. Точно не помню. У меня есть прикольный чип. На RS6. Вот, сейчас должно быть норм. Диск я вот не знаю, менять, не менять. Все, что, пацаны, я хочу здесь изменить. Ебать, ее кидает. Не, такое чувство, как будто хендлинг поменяли, потому что я помню, как управлялась та RS6. И это. Вот. Вы спросите, Эван, а что ты раньше не купил RS6? Вот. Во-первых, я раньше не хотел тратить бабки. А, они еще добавили, когда я еще на первом сервере играл. Ёба, народ. Вот, во-первых, я не хотел тратить бабки, а во-вторых, у меня были бабки, но не было RS-ки на БУ. А с автосалона покупать я не хочу. Блин, не, надо чип, короче, поменять, это, походу, не тот чип, потому что тот идеально просто управлялся. Какой вы,
спросите, я буду красить ее цвет, а фиг его знает. Я знаю то, что я сейчас поставлю на нее номер. Тюнинга вроде на нее нет. Или есть. Вроде нету. Это же смотря какой тюнинг вы что гоните. Был бы это CCD. Возможно, был бы. Кстати, сколько она едет? 415 она едет. Мы, в принципе, сделали едущий сарай. Чё? Валит так знатно, як то кажуть. А, и чек горит, нормально? А, все, теперь под... Ну, 415 она едет, ну, в принципе, как по мне, это очень неплохо. Очень неплохо. Жаль, что, конечно, убрали пункт обмена номерных знаков из ОВ. Либо я убрали, я... И вернее, не убрали, а перенесли, а я дятел, не могу его найти. Но раньше он был здесь, это был просто идеально. Затюнил, покрасил, диски поставил, да и все. Теперь надо ехать в Балас. Ну, как я и говорил, нету тюнинга. Все, что, пацаны, я хочу сделать, это поехали немного раскатаемся. Потому что ездить в таком бункере я не хочу. И сейчас, блядь, я этот чип поменяю, он меня бесит уже. Вот просто едем, да? Его просто носит, просто капец. Вот едем, едем немножечко на газ, нажимаем, вроде норм. Но если мы поворачиваем, нажимаем газ, ее тупо заносит. Вот. А сейчас, вот сейчас я поворачиваю, ее не заносит. Такое чувство, как будто на разных дорогах. У нее просто стиль езды по-разному. Так, тонировка фар. Я не знаю, тонировать-то фар. Это не, не буду. Лоб мы сделаем 60, а бока 80. Все. Вот так-то получше. То этот бункер, это вы что гоните? Так, ну, в принципе, белый с таким голубым отливом. Ксенон нормально. Ну, если честно, мне фиолетовый, в принципе, норм. Но вот в какой цвет покрасить RS6? Мне кажется, здесь только один цвет приходит на просто в голову. Это серый. Больше никакой. Ну, сейчас поедем, посмотрим, что какой можно залепить. Блин, а я говорил, что я чип поменяю. Ну, ладно, поменяю уже после серии. Как-то буду мучиться. А что делать? Ладно, здесь должна была быть шутка с прошлой серии. Нет, не будет. Заезжаем, короче, в покрасочную. Хамелеон здесь стоит. Цвет кузова, да? В принципе, черный. Ну, блин, хамелеон это офигенно, но... Блять, на белом цвете оно не смотрится. Вообще не смотрится. А если металлик? Вот, бля, идеал. Просто идеал. Как по мне, она вообще идеальная в таком цвете. Я бы еще немножечко потемнее сделал. Во! Знакомая RS6, пацаны. Да. Если вы знаете, чья это RS6, дайте знать в комментариях. Вот, где-то... Вот такой цвет у нее. Делать серую RS6 банально, но прикольно. Делать ее черной... Нет. Не хочу черную. Делать ее белой. Ну, неплохо, но нет. Делать ее синей. Синий. Вот такой плюс-минус, как она в салоне продается. Тоже такое. Делать ее вишневой. Неплохо. Но у меня половина тачек вишневых красный. Тоже неплохо. Голубой, зеленый, желтый. Вот такой, кстати, только что цвет был прикольный. Нет, ну желтый RS6 нет. Мне кажется, здесь подходит только один цвет. Ну ладно, я еще сейчас посмотрю и мы продолжим. Хочется сделать, если честно, красную RS-ку. Даже вот такую, ну бля. Вот, если честно, вот были бы у меня деньги, я бы купил себе серую RS-ку и красную RS-ку. И не парился бы. А сейчас... Да, сложный выбор. Ну, в принципе, в матовом цвете она тоже неплохо, в хамелеоне. Ну, такое, а в металлику. Короче, сделать ее красной, что ли. Вот такой вот. Ну, ладно. Делаем ее красной, чего? Сука. А я ехал за серой. Ладно. Красная это красная, все. Потом, если что, перекрашу ее в серый, и будет все нормально. А диски, вы можете хотите спросить меня, диски буду ли я менять?
Вот честно не знаю, вот мне нравятся эти стандартные, а плюс на что менять? Нету на что менять. Может я сначала покатаю на этих дисках, а потом и что-то налепим. А возможно я пока приеду в Лос-Анто, чтобы поменять номер, может я и передумаю. Так что не отключайтесь. Оп, оп, все, почти переехали. Не, ну может надо было все-таки серый сделать, просто красный, ну блять, ну такое. Чисто сарай, чтобы он так выделялся. Ладно, потом, если что, перекрашу. Так сказал, как будто у меня просто бесконечные деньги. Ну ладно. Резку надо убрать. Оп, убрали. И у меня есть здесь прекрасный номер. RS6AAA006. Вроде все верно. Все, 600 тысяч еще бэнь. Вот по мне, серый был бы пиже. Напишите в комментарии, красный или серый. Просто пишите красный, серый, вот. Будет интересно, кому как нравится. Наверное, может я перекрашу потом. Ну, короче, такое, да, типа RS6006 и т.д. и т.п. Бля, я бы серый Хуракан бы тоже хотел. Пацаны, купите рублевку, я куплю Хуракан. Так, на красный маркер заезжаем, ничего себе. А, нихуй мы там заедем, у меня же хп нет. Умереть. Нельзя умереть в автомобиле. Умереть. Надеюсь, меня 5000 не снимут или 15. 43 диска на смотре есть выбор. Но из этих 43 дисков просто бред полный. Я бы ни сюда не поставил. Вот стандартные, более-менее норм. Кстати, вот те диски, это аудюшные диски. Можно было, конечно, их поставить, но мне не нравится, когда у них грани белые, а внутри они, типа, цвет красится. Внутри они черные в данный момент. Но их можно другой цвет покрасить, а вот сверху они белые. Ну какой-то бред. Короче, пацаны, на этом все. Вот такая вот RS6 у нас получилась. В принципе, мы ни хера не сделали. Кроме того, что поставили чип, покрасили и поставили диски. Диски, номер. Диски мы ставили стоковые, так как, мне кажется, стоковые диски прям очень сюда идут. Если были бы BBS какие-то там, типа маленькие вылет полки там хрома, внутри там много спицевая, как одного прекрасного человека, у которого была такая тачка, мне очень эти диски нравились. Ну короче, если были бы бэбасы, я бы сюда их влепил. А так, ну не смотрится, нету таких нормальных адекватных дисков на смотре МТА. Пишите ваши комментарии, стоило делать ее красной или все-таки уже перекрасить ее в серый цвет. С вами был Левен, желаю всем хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока.